15 мая отмечается День семьи. В Казахстане этот праздник был учрежден в 2013 году. В честь этой даты в здании областной ассамблеи народа Казахстана было организовано праздничное мероприятие. Его участниками были активисты этнокультурных и религиозных объединений. Моя коллега Зарина Утба продолжит тему. «Меном Утбасым, меном Байлыгым» – такое название носило мероприятие, которое проходило в виде конкурса среди семей. В нем принимали участие семьи из этнокультурных и религиозных объединений. Принимают участие православная церковь, мечеть Нургасыр, пятидесятники, адвентисты. Также этнокультурное объединение башкир и татар Шатлык. Главной целью текущего мероприятия это является развитие межконфессионального и межнационального единства в Актюбинской области. Конкурс состоял из 4 туров. Это приветствие, творческий номер, вопросы-ответы о семейных ценностях и праве, представление семейного фотоколлажа. Участники в ходе конкурса исполнили подготовленные номера. Стоит отметить, что все конкурсанты обладали навыками игры на инструментах и вокала. «Сегодня мы с супругой и детьми участвуем в конкурсе. У нас 7 дочек, уже есть внуки. Сегодня мы покажем свое творчество. Кроме профессионального, у всех детей есть музыкальное образование, играют на инструментах. Мы с женой прожили вместе 40 лет. В семейной жизни главное уважение и умение идти на взаимные уступки. Поэтому мы в семье всегда поддерживаем и ценим друг друга». Цель данного мероприятия – пропаганда семейных ценностей и укрепление межконфессиональных отношений. Участникам конкурса и победителям по различным номинациям вручили благодарственные письма и подарочные сертификаты от магазина бытовой техники. Зарина Утба, Дошан Жасулан, телеканал «Актобе».